круглые пельмешки. Тут еще и музыка, он им специально создается, атмосфера, чтобы они тут росли. Я думала, они музыку не слушают. А как оно вниз растет вообще? Какая интересная штуковина. Ой, а вон это цвести такое? Начинает, это, не роните. Начнет. А вот и розовый, видишь? Где? Вот розовый, это вот прямо. Ух ты, какие спиралевидные. Круто. Слушай, такой, а вот этого подвесили, смотри, как на цепочку. Ну, тяжелый, наверное. Да? А вот какой интересный. Этот игольчатый такой. Это типа алоэ. Это вот агава, или как их называют. Вот эти интересные с листьями. Ой, какие шарики вкусные эти висят. Смотри, какие шарики розовые. Это съедобные вообще. О, это что это? Это как там ее называют? Как это называется? Фрукт, да? Драконий фрукт. Это драконий фрукт? Не знаю, но похоже. Маракуйя. Да? Маракуйя? А у нас вот как у нас денежное дерево растет. А как растет маракуйя? Не, маракуйя по-другому растет. Это не маракуйя. Смотри, вон капуста такая расцветает. Круто. Смотри, какие флюоресцентные. Или что такое у них с листьями? Ты что называешь флюоресцентные? Ну, это когда такое переливающееся. А вот это что такое интересное? Ну-ка, это что такое? Вы видели, какие съедобные штуки висят? Это съедобные? Ну, только руками не трогай, да. Это съедобные. Вот эти кактусы? Да. Вот эти красные шарики, это съедобные. Дерево спряталось тут в оранжерее. Цитрусовые всякие. Темновато немножко.